Всем привет, с вами ZPro, и сегодня покажу мод на новые яблоки для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется очень-очень много новых яблок, которые вы можете просто-напросто скрафтить из обычных блоков, взяв обычное яблоко и обычный блок. Ну что ж, первым яблоком у нас идет вот такое грязевое яблоко, которое вы можете скушать и получить определенный эффект. А эффект вы получите именно прибавление сердечек. То есть ваши сердечки прибавятся на 2. Да, довольно полезное яблоко, которое легко сделать. Дальше у нас идет яблоко из угля. Что же, если вы сидите, то получите, если сидите, то получите эффект ночного зрения и эффект подводного дыхания. Что ж, дальше у нас идет уже железное яблоко. Если вы его скушаете, то получите эффекты от огня и эффект защиты. То есть вы не будете получать урон от огня. Что ж, дальше у нас идет довольно дорогое яблоко, так как оно очень дорого крафтится, и этот, так сказать, предмет крафта очень-очень сложно найти. Это у нас алмазное яблоко. Если вы его скушаете, то получите 2 эффекта. Это скорость и повышенный урон. И скорость будет уже 5 уровня. Так, дальше, что ж, давайте еще маленько попрыгаем. Как видите, довольно большая скорость для этого яблока. Но все же, как я сказал, его крафт очень дорогой. И дальше у нас тоже идет яблоко, которого крафт просто очень дорогой. Так как найти эмеральда очень дорого. И это у нас эмеральдовое яблоко, которое дает нам тоже эффекты. И это эффект прыгучести 4-го, точнее 6-го уровня. И эффект регенерации тоже 6-го уровня. Что ж, как видите, дальше осталось 2 яблока, это лазуритовое и редстоуновое. Значит, что ж, давайте скушаем редстоуновое яблоко и посмотрим, что с нами случится. А нам дается 2 эффекта. Это скорость 6 уровня и способность шахтера тоже 6 уровня. Что ж, к сожалению, сейчас яблоко, лазуритовое яблоко мы не сможем съесть, так как мне нужно маленько, так сказать, потратить голод, но мне это почему-то не удается. Ну что ж, давайте попрыгаем, побегаем, все, что можно, сделаем и посмотрим лазуритовое яблоко, если нам удастся. Да, все, наверное, хотят посмотреть, что дает лазуритовое яблоко, но я боюсь, что нам это не удастся. Да, почему-то странно, я уже очень-очень долго прыгаю, но эффект голода почему-то не прибавляется, то есть я не хочу есть. Странно довольно, я уже бегаю, прыгаю очень долго, особенно когда персонаж прыгает, он тратит очень-очень много сил. Но здесь почему-то это не действует. Что ж, крит нас тут еще ульет. Проливной дождик и такое темненькое солнце. Ну, наверное, яблоко все же не смогу показать, так как у меня не пропадает и не появляется голод. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.